Рад вас всех приветствовать в этом видео и настоятельно рекомендую не упускать уникальную возможность и подписаться на канал. Есть информация, что сама Лолита Милявская регулярно смотрит наши видео, так как здесь говорят правду. Под видео красная кнопка. Надо всего лишь нажать. А теперь к новости. Филипп Киркоров сильно поменялся после этого события. Многие его коллеги по концертной площадке отмечают его замкнутость. Это, конечно, не видно обычному зрителю, который не общается с Филиппом регулярно. И к тому же, Филипп артист. Это его долг – быть всегда в хорошем настроении для зрителя. Большинство придерживается мнения, что на Киркорова повлияла огромная потеря. Недавний уход диджея Авичи поверг в шок поп-певца Филиппа Киркорова. Ходили слухи, что шведский музыкант и Филипп хотели записать совместный проект. И в ходе обсуждения и поиска концепции у них завязалась тесная мужская дружба. Их часто видели вместе. И было понятно, что их отношения гораздо больше, чем деловые. Они переросли в настоящую, крепкую мужскую дружбу. Филипп назвал кончину коллеги тяжелой утратой. В сети Киркоров опубликовал пост сожаления по уходу Авичи. Эстрадный исполнитель скорбит в связи с трагедией, для него она стала неожиданным ударом. Первое время он ни с кем не общался, отдаляясь от коллег. Все понимали, как ему было тяжело и что значила для него потеря такого друга. Также, помимо Филиппа, очень сожалел хип-хоп исполнитель из США. Он выразил соболезнования по случаю произошедшего и назвал Авичи своим очень близким товарищем, которого многим будет не хватать.